Друзья, всем привет! Дошла до меня информация про интересный баг у Натальи при использовании зимнего жезла. Проверил все в пользовательском режиме, да, реально все работает. Не знаю, как вы будете использовать эту информацию, но смотрите сами. Нахожусь рядом с вражеским героем, у меня инвиз не пропадает по истечении 5 секунд. Это раз, и над головой вражеского героя не загорается восклицательный знак. Единственное, вот тут он зацепил меня копьем и пропал инвиз. Смотрите, как это работает. Вхожу в инвиз, выхожу из кустов, прожимаю зимний жезл. Отходит двухсекундная задержка. И дальше побежал. Так, здесь не загорается восклицательный знак над головой. Но единственное, я забежал в кусты и инвиз пропадает. Дальше повторяю эту операцию. Выхожу из кустов, прожимаю зимний жезл и уже бегу, минуя кустов, не забегая в кусты. Все, также бегаю вокруг вражеского героя, не загорается восклицательный знак над его головой, то есть он не знает, что я бегаю рядом. Это раз. И во-вторых, в течение 5 секунд должен сброситься инвиз, но он не сбрасывается. Смотрите, можно бегать в инвизе просто бесконечно. Баг это или фича, понерфит это в будущем или нет, не знаю, но информация реально рабочая, пользуйтесь. Вот единственное, при забеге в кусты сейчас опять инвиз пропадет. Забегать в кусты нельзя, то есть когда этот чит включили, играем аккуратно без кустов.